за богатых. Мы задерживаем группу, которая играет после нас. Мы помсики с города Одесса. Спасибо всем. Городе, в котором каждый из нас живет, потому что этот город
показывает нам, насколько откровенно мы ничтожны в этом мире. Но если этот кулак будет не один, и все мы будем вместе понимать, что просто смотреть, втыкать телек, жрать какое-то дерьмо и считать, что твои какие-то никчемные желания плотские — это все, что может нам доставить удовольствие, то лучше, блядь, сразу сдохнуть нахуй. Потратили на Revelation Records или Интерпанки и тому подобные вещах.
Давайте помнить, что, что за обложками и за оформлениями, дисками лежит намного что-то более. Панк-рок, на наш взгляд, это в первую очередь политика. И если кто там считает, что это просто веселье, потусить, то, ну, может, вы и правы, но нам как бы не дали. Не о людях, а просто о вещах, которые нужно лечить в себе. Мне, по крайней мере, я не слышу. Нихуя.
Следующая песня любви, на наш взгляд, панк-рок — это ничто, кроме как любовь, рождающая уже протест, какие-то там мысли, какие-то поиски, ответы и тому подобное. Чешем просто ненавидеть в этом мире. В этом мире ненавидеть — это быть таким, как все, таким, как тебя хотят видеть. А любить — это нужно иметь силы и яйца для того, чтобы понимать, что ты, возможно, может быть слабее какой-то ситуации. Это песня о том, что каждый день, особенно сейчас, когда у нас такая политическая ситуация, когда деньги берут только на том, что кто-то может приехать сюда и нажраться, и стать где угодно, а мы при этом радуемся, что, блядь, Украина станет богаче. Мы с вами хоть станем богаче, разве что если мы поставим свои биотуалеты, не знаю, будем на этом рубить бабки. Речь о том, что давайте ценить каждого, кто здесь находится, кто искренне чувствует, что то, что здесь происходит, не о нашей группе, а вообще. Дело в том, что каждый день могут ворваться какие-то люди в сером, в черном, похуй, забрать кого-то и утащить, и мы хуй будем знать, где он, что он и как, и что с ним происходит. Давайте любить и ценить близких. Следующая песня называется «Черное и белое». Yeah.
обычный день. Можно микрофон чуть-чуть громче, пожалуйста. Пау, чек! Пау! Не шути. Обычный день. Интересуется чем-то. Если мы посмотрим влево, мы видим Белоруссию. И нам не нужно будет смотреть, что такое фашистская Германия, чтобы понимать, что такое полный тоталитаризм и попытка полностью контролировать историю вся. И только в нашей любимой стране, пока наш любимый президент все еще ворует, все еще делят какие-то рынки сбыта, мы чувствуем себя пиздец свободными. И пока можем ходить в каких угодно футболках, с какими угодно татуировками и тому подобное. И, наверное, любой должен понимать, что это все пока что. Yeah.
так сильно любим себя, что забываем, что пока мы сидим и жуем свои сопли над разбитыми корытами, в это время можно, делать новое и пытаться идти дальше. Я не говорю, что это единственная правда, но просто нужно на наш взгляд пытаться жить так, что проблем по сути не существует, есть только пути их разрешения. Может быть, мы сдохнем и не сможем ничего изменить, но если мы будем все еще верить, то в принципе все такие концерты будут иметь какой-то смысл. Следующая песня называется «Против себя». И так день за днем. Давайте пытаться уметь наебывать себя, что у нас все хорошо в жизни. Потому что дальше ваши ебало будут пить гаражные банды. Это пиздец, а не группа.
Поэтому не уходите, это будет очень тупо. И напоследок, что хотелось бы сказать. Пизду нахуй! Все материальное, что у нас на нас надето, пизду материальное, все, что мы там носим с собой в карманах. Давайте чтите память Гродни. Блин, стыдно тому панку, который не знает следующую. Девушка.